стоит на 1100, но сейчас подчеркну около 800. Ираклий Агрубан одерживает победу в этом заезде. Ничего тут валилось. 0-0-1, 0-40, выезжаем на старт. 0-0-1 и 0-40. Хорошо пошел. Хорошо. Итак, Ираклий Агрубан одерживает победу в этом заезде. Вот чистое время 12.485. Слабо, старта не было, не раздулся, и машина в турбо-яме ехала целых 50 метров. Тойота. У «Жигулей» тоже там реальные проблемы были по ходу.